Всем привет, с вами Нинель, веду вас в библиотеку. Сдаю книжки. 10 книжек почитал. Детские читал. Вернуть книжки сюда. Сейчас Джей откроет. Так, вот мы возвращаем. И часть книжек. Можно все вернуть, а часть книжек по-другому можно вернуть. Вот смотрите. Вот для книг. Для аудио-видео. Такая шикарная библиотека здесь. Прям библиотека Ленина, Сталина. Hi. Такая современная библиотека. Какая большая. Я пока в детском отделении читаю книжки из детского отделения. Здесь так вот можно сидеть, типа читального избы читальни. Кстати, в библиотеке тоже всегда волонтеры требуются. Ну, мне бы скучно здесь было. Пылью книжной дышать. Вот такая библиотека. Здесь оформляют книги, которые ты берешь читать. Тоже у них такие здесь выставки. Hi. Так, ну сейчас повыбираю книжки. Первый раз можно было взять 3, а второй раз уже до 30 книг. Видите, буковки A, B – это первая буква в имени автора. Таких набрала 5 книжек детских. Мы с Джейчиком читаем, я читаю, а он слушает и поправляет меня. Вот когда уже прочту, он тогда меня поправляет. Не лезет поперек батьки в пекло, не сбивает меня. Представляете, такая читаю ему, значит. Вот прочла предыдущие 10 книг, Джей мне говорит: Нинель, ты так хорошо читаешь уже по-английски. Я говорю: а ты такая умная. Я говорю: ага, книжки там, знаете, для 3-летних детей. Я говорю: да, для 3-летнего американского ребенка я очень умная. Уровень. Так, ну сейчас мы их оформим. Я вам покажу, как видите, здесь штрих-код везде на книгах. И по штрих-коду они проверяют. Значит, заносят в базу данных, что я взяла именно эти книжки. И когда мы их сдаем, их по штрих-коду проверяют, что я их сдала. Сейчас я вам покажу еще карту. Это вот моя карта одна. Вот побольше ее, значит, показывать нужно, когда книги берешь. А поменьше, с дырочкой, это можно на ключи, на брелок повесить. Вот такие карты. Вот так, такая, как она называется, карточка? Карточка читателя. Тоже здесь столы почитать можно. Вот аудиокниги. На этом этаже туалеты только для мальчиков и для девочек, для детей. Потому что это детское отделение, детская зала. Какая-то игра. Сейчас оформят.
встанем мы здесь в очередь. Я за джичку. The library has. How many people have library cards? I can check. I don't know off the top of my head. Yeah. Just a moment. Hi, Norma. I have a patron here who would like to know how many people have library cards here. Если нам скажут, сколько людей записано, сколько людей имеют карты. Здесь вот еще зал. Лифт. Камеры слежения. Сейчас выдадут информацию. Перезвоню. Больше, чем... Немного больше, чем 65. Вот рамки здесь эти. 65 тысяч. Зарегистрировано в библиотеке. Чек напечатали. Сегодня 19 декабря. 3 недели даются на прочтение книг. Шо, вот так вот. Пойдем читать опять. Джейчик такой прямо, вот, вообще, ну такая лапочка, садится со мной. Я говорю, так, Джейчик, пошли читать. Он садится со мной. Мы начинаем читать книжечки. И это правильно, потому что если сама читаешь, не знаешь, как правильно произносишь. Правильно ты произносишь или нет. А Джейчик, как носитель языка, меня поправляет. Вот я выписываю еще слова незнакомые, перевод их ищу. Так что вот так. Пойдем читать книжечки. Кому праздники, а мне учеба. Мне не до праздников. Все, спасибо, что были с нами. Спасибо за просмотр моего видео. С вами была Нанел и Джей.